Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть. Кстати, вот, личиха, которая 18 брони теперь, это прикольно. Может, реально забрать? У нее было 15 брони, сделала 18. Я понимаю, что вещат до этого, до тарима, почему? Потому что хотите просто до дропа смотреть вам. Ты мы дропа никогда не видели, я личихи сыграю. Хочу посмотреть на нее, ни разу я не брал, после того, как ей брони больше дали. Может, ей будет супер легкие квесты теперь. С ним будет выживалка, это не сегодня фулл хс. Мне сегодня на Рено квест на Мойру выпал, это дыма была, но это звучит очень круто. Не, ребят, сами идите в... Сами идите там куда, в 14к. Засранцы. Пойдет, можно лучше, да? Я не против, чтобы эта штука оставалась на первой таверне. Я сейчас посижу, пусть боится проиграть. И такой, о, нет, он личиха на первой таверне стоит, такой кошмар. Куплю сейчас карту. Не боится, ладно. Блин, такое. Ну такое, ребят, ну такое. Гладиатор у нас под квест, да, будет. Положите карту в руку, что ничего подобное. Поехали. Два либо на первый ход квест, а потом также на четвертый ход. Это вообще по три квеста. Это не на три, что так работает. Ага, есть баф на... Ничего лучше. Спасибо за Telegram премиум. Только не так явно вслед раз делай. А то мне угрожают. Кто говорят, угрожает? Что приедут на колясках и во что-то превратятся. Никто не должен угрожать. Сейчас дела. Ну если этот тет Лида выиграли Telegram премиум, то ну как бы хорош, поздравляю. Ух ты, реально все легко делается. Вау. Жалко, с Паладжанис нет. Эх, ребят, жалко, с Паладжанис нет. Да не, все нормально, на самом деле. Реально что угодно можно забрать. Давай так поиграем. Ну что делаем? Забрал так, забафал, в смысле, билки вот забрал. Хорошо, когда есть что разыграть. Держите бы лошадь. Ради вот это вот. О, так, нижних зверей нет. Карта плюс-минус одноразовая. Ну,
Ну, полагаю, что придумаем. Ну, если не умру, так из-за бафа. Ничего страшного. Выполнится, когда выполнится. Если буду левел бежать, то будут карты умирать. Тут у чувака будет обилка на раунд МС, она будет, скорее всего, ваншота забьет, у нас, пойди, сейчас вестол должен зафидить. Что за квест, ребят, сейчас квест наведу. Гибель 12 существ ради того, чтобы у вас была двуглавая награда. Похрипа здесь так много, то есть вот здесь такие штуки, есть там, не знаю, месть, репликатор, допустим, что-то, да, если прям раша жесткий квест. А привет, помню первый день, когда зашел к тебе на стрим. Ничего не понимал, что говоришь. Да сейчас не понимаю, спасибо, да, слушай, не за что. Это, наверное, тоже не поймешь. Ты заход, два захода, ну, может, сейчас будет больше. Видишь, там идет обилка. Добавится. Нормально, две точки делает. Деремся. Слишком хорошо деремся. Тебе тоже нужно будет уничтожать карты. Что ж ты делаешь там? У меня гибель существ, у тебя уничтожение карт. Мы должны были быть командой. Бестолочь. Не. 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 Нет, в смысле? Не. Не, да ладно. Да ну чат, это фейк какой-то. Ну какая бура? Да чат, это фейк. Быть не может, не верю. Не верю, ребят, не верю. А, можно что-то сильно. Ну слушай, я бы сказал неплохо, да. Так, по трекам сейчас ставлю дальше. Забал, ребят, ваши. Что делать золотая мора? Ну как, золотой бранд, золотой ревендер, все в одном. То есть ваши хрипы срабатывают дважды, ваши... Точнее, трижды уже получается. И там ваши боевые ключи срабатывают трижды. Сколько тебе нужно? 9 карт купить. Вообще фигня. Но это было все равно фейк ньюс. Где Мойра, а? Фейк ньюс, ребят. Говоришь, что выполнил, на самом деле не выполнил. Ну фигня, конечно, ладно. Окей, если выполнится, в принципе, хорошо, да, там 4 карты, наверное, сможешь забить. Можно будет сделать левел, может что-то еще придумать. Буря Северный забрал так ручками. Трипет, я вижу, я хочу 6 бахать. А у нас специально исполнен квест. Не слушай, там 9 карт купить. Это было бы слишком рано, если бы сейчас его выполнил. К
Три карты умрет, а мы не настолько сильные. Мы сильные, эта двойца должна, наверное, выживать, но... Вся вот эта часть, я думаю, забьется. Наридо может просто задать на море, да, конечно, может. О, он силен. 39-34. Кек вейт. Окей. Получай. Он через мешком, да? Мешок делает этого дракона. Если, кстати, сделать обилку в дракона, не сможет его потом с мешка крутить. Так, ладно, что теперь? На обилку эта хрень не работает. Вы когда покупаете карту. То есть я должен сделать левел. Подождите, еще. О, чат. Левел продажа Мурлока, 3-6, забрал Буря в таверне, Буря в таверне прокрутил, бам-бам-бам, продал с него кусочки. Я просто не хочу пойти. То есть, а вдруг у меня трепетал пойдет аркаменталь? Ладно, главное, вся происходит, если идет на продажу. Можно мне как-то получить триплет в начале, а потом купить себя, если что, вдруг, если будет аркаменталь, я смогу подлево это все прокрутить, нужно там вас, да, продавать. Это не круто, да, это не круто. Вам придется играть лемов. Чат, мы свободны. Хорошие новости. Ничего не упало. Можно не париться. Есть форт под вот это вот дело. Насколько нам не нужно? Просто, наверное, что временное. Пофиг. Тебя продавай, допрятся. Такое, наверное. Так, сейчас по трекам дальше. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Глебовский, твой ставлю трек. Фейспалм. Пинг-понг. Ой. На ролл промахнулся. Вообще так играть, я пойму. Ребята, плюс сейчас кто жесткий спорт. На следующий ход сделать. Я просто довольно силен. Да, спорт, да. Да, спорт. На следующий пор, да, продам. 49-43. Кек вейт. О, нет. О, нет.
Не трогай спорт. Три брана, да, было бы жалко даже. Просто все равно пытается, наверное, отсюда раскопать шестые дропы. Подождите, я две копии получаю полные, да? То есть, если я сделаю так с обилки вначале, позолочу любую карту, потом я заберу. Так надо ролл вначале сделать. Вот это хочу получить. Потому что, ребята, мы спорт. Да, да, спорт. Да, есть, есть, спорт. Га-га-га, га-га-га, спорт. Спорт. Не. Могу я так пожадничать? Блин, может, не могу на самом деле. Фиг знает. Ну, хотелось бы Лизу оставить, да. Силен. Ну, скажем так, не очень хорошие точки для него. Нанесем Гадрова. Ну, начинается вроде грязные ходы. Спорт. Спорт. Чат спорт. Опа. Фак. Я так заберу. Ну что, совсем не спорт. Ну что взяла? Спорт давай. Опа. Дезостранец. Так, ну окей, давайте так сделаем. Пам-пам. Ушел, продал, ушел, продал, поставил. Пам-пам. Так, кто мы, что мы, подождите. Зачем мы, почему мы? Во что мы превратились? Что мы за стаб? Неужели мы спорт? На следующий, может быть, поедание сад. Я хотел бы в бабл собрать, что-то еще придумать. Два хоровых. Бру! Уже работает.
Мы-то хотим быть каким-то стапом, но для мурлоков нам нужно тоже то же самое. То есть всякие пассажабры, статы и так далее, чтобы крутиться. То есть хоровые, конечно, прикольно, но у нас статов в руке вообще почти нет. Кем стал? Да пока не знаю, пока фиг знаю, кем мы станем. Пытаемся быть кем-то. Так, ну last track, да, получается, за... Элементаль, четвертое верно. Два яда забрать. Давайте так. Не триплет. Триплет. Замечательно сыграно. Триплет. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, что мы делаем? Микросоты пусть будут. Королеву хочется поставить с одной стороны. Ну, вроде как тоже уже должна скиллы найти. Или пожадничать. О, или пожадничать. Да так. Бада-бум. Окей, единственное. Единственный яд. Хватает, хватает. Ну и хватает для победы над ним. Ну я бы, кстати, ничего не сделал бы, от проходчика в итоге отлетел. Бота дают. Возможно, можно будет пожадничать. Два багургла на... Сектантка неплохо, кстати говоря. Две сектантки забрать, но их надо будет на статы как-то бафать, я не понимаю пока как. А еще, кстати, сектантка может 3-3 воскрешаться из-за вот этой штуки. Ну что, еще поищем. Что еще Брана получить, я не знаю. Ну такой трепет пойдет, да? Так, ребят. Ты не так хорош, почему? Потому что нет у нас четвертой верной, да, мурлок, который в руке убафался. Поиграл всего на 10. Был довольно силен. Могу ли я пожадничать и вот так посидунькать? Что мне вообще на столе должен оставаться? Должен оставаться. Это остается. Ты должен выйти на стол. Какой-то забав было неплохо. Братья двоятся на следующий ход. Наверное, нужно так посидунька, да. Бран триплет в руке скопировать такого чувака есть. Карты горят, не сгорят. Мы сколько там теряем только одну карту, получается. То есть получаем 4 мурлока. У нас есть карта только на 3. На следующий ход я начинаю с продажи его. Там поставил лишний мусор, поубрасывал. Забрал себе Брана в руку, поставил его, позолотил, потом все это раскидал, поставил клонирующую раковину, пытаемся скопировать с него, через него именно исполнителя. У нас будет 2 золотых исполнителя в руке, что-то вот так вот. Только Брана, мы работаем, мы хотим Брана позолотить сейчас. А ты имеешь в виду прямо забрать именно ракушку? С... Ай.
Имеешь, что прям ракушку забрать именно на копирку? Может быть, кстати, будет лучше, я даже не знаю. Сейчас, будет ли лучше? О, фак. Ну, не вылетел, ладно. Ударь я налево, вроде бы вообще летал. И не вылетал, все равно. Был ванов. Ну окей, все равно выбивает. Так что это не так важно. Поставил, продал, поставил, продал. Что там, поставил, продал. Все, весь мусор поубрасывал. Космичка Эдвард сегодня будет только картонки. Скорее всего, картонки, ребят. Чем мы копируем, ребят? Вот это вот дело лучше. Как-то не нужен. Так, там у него... Басажабр, да, басажабр. Мне тоже нужно где-то басажабр взять. Мне, ребят, тоже нужны басажабры. Корши. Ты дашь мне басажабра. Так, 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 так. Раскопка. Еще яд. Яд, 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 яд. Значит, такое, наверное, делаем. Яд, 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 яд. Я просто басажабр, да, именно в этом. Фишка маловато. Маловато призывается, маловато. Ну, сектанка была бы здесь довольно слабая. Ничья. Это плохо, ничья, это плохо. У меня есть машинки. Я могу с машинками поиграть с фалангой. Оставить фалангу где-то в конце, чтобы она пыталась выигрывать через машинки. Щитовод, ребят, он самый, да. Так. Так, да, реально, кстати, для фланга взял. Прям 50-50 теперь будет. Я могу поставить продать. Наверное, это же не стоит. Да ладно, зря забрал. Немножко руина, конечно. Не знаю, может, надо было его на первое слабо поставить. Что-то насчет этого не уверен. Вот ослабление. Зато у него... Так, вот это, кстати, не очень хорошо было. Выглядит плохо. А там еще две карты призываются. Ну, тут не важно, если я призывал, все равно был блуз. Мне нужно было просто еще что-то все-таки. Ну, реально он ослабился. Ну, как бы ослабился по столу, но не ослабился именно, да, здесь с руки призывать.
Он скопировал Мурлока. Ох, не знаю, чат. Вообще флангу брал, потому что я думал, 100% буду что-то выкидывать. Ну, кстати, мне надо было что-то выкидывать и ставить что-то другое. Только непонятно, что. Яд одного ВД выкидывать. То есть все равно 10-4 не работал. Можно было его выкинуть. И поставить вместо него что-нибудь другое, потому что Матадора все равно влетают. Он юзлис был немножко. Двое было достаточно, да? Да, нужно было 10-4 выкидывать, ставить что-то еще. Хватит называть нас чат, мы живые люди. Я сегодня, между прочим, уважаемый человек на заводе. У меня единственного в цехе 5 пальцев, 3 разряд. А, 3 пальца, 3, 5 разряд. Я думал, 5 пальцев, 3 разряд, лучше так. Подписывайся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть!